Бау. Интересный мир, правда? Я тут уже 3 года и все еще вижу много нового. 3 года? Не знаю, смог бы я так же. Да, технически это сон. Застывшая вспышка между жизнью и сном в твоем случае и смертью в моем. Лимба живет своей жизнью, хотя каждый видит его по-своему. Мне нравится, что ты так легко об этом говоришь. Нужно быть сильным человеком, чтобы пережить такое. Восход так сильно подавляет твое сознание, что я удивлена, что мы не 2 белые палочки на черном фоне, которые кидают друг другу квадратик. Чертов восход, их раз. Черт меня попутал, вспомнить. Довольно красочно. Бабочки, печеньки, облака в виде какашек. Красота! Красота. Эй, подруга, у меня чувствительный внутренний мир. Можно тебя попросить быть тактичнее? Что могу наконец говорить с тобой. Сейчас. Но говорить это очень условно. Веселье только начинается. Чай сейчас так говорит, конечно. Чувствительный внутренний мир. Что тебя, не чай в какашке смущает, что ли? Облака в виде какашек. А где тут облака-то в виде какашек? Сейчас найдем. Я видел только всяких других формах, и не только облака. Вообще, были в самом первом Лимбо, когда мы попадали в основной игре. Там такие, были, да? Вот, типа, таких вот, как на туалете. Что-то такое было похожее. А, да, было. Но облака, не помню, такие кроме. В общем, было что-то. Ладно. Что тут 87? Что интересно, каждый раз какие-то дыры. Как будто что-то приземлялось, да? Да. В крышах. Это прогрызали, смотри, жрут. Сверху мне показалось, как будто оплавлено. Нет, сверху я имела в виду. Возможно. Крыша. Ага. Ты там лазил как раз. Ой, кто это? Денежка, денежка? Ой, попробую, надо подпрыгивать. Уносит! Нет, она тут летает. Вроде бы. Надо посмотреть, как она летает. Все, ты ее засек, и придется за ней бежать. Она убегает. Она убегает. Убегает? Нет? Мне кажется, она по кругу летает. Ее нужно подкараулить, короче. Вон, смотри, в крыше, видишь, проломлено как? Угу. Не достану отсюда. Ого. Так, слушай, ну тут ты быстро разберешься, что делать. Трудовые будни, но победить придется всех. Ну, я все больше склоняюсь к тому, что это чисто нечаевские заморочки. Все, что вокруг происходит. И в центр попасть нужно. Ну, вроде. 2 из 5. У меня там яблоки остались. Все, 5 из 5. Нормально. Ну, давай вернемся. Надо поймать вот это вот. Там и яблоки еще надо собрать. Давай, давай. А меня сохранили тут? Я не знаю. Я просто не видел здесь сохраненки, чтобы было. Зато у меня теперь есть топор. Что начала говорить-то? Я хотела сказать, что это все, судя по всему, заморочки именно Нечаева. Какие-то отверстия в домах, как будто выстрелы. Все дерьмо. Сгущенка сладкая, вот это все. Кренделя, вот это вот все, как он это видел. Ага. Вот эти вот усатые вовчики. Элеонору, вот опять же он увидел в красном платье, который mm-hmm. торгует всякими вот. Все по Фрейду, как говорится. Ай. Не понял. Опа. Выбери себе оружие и продолжай путь.
Ну, давай... Еще можно крутануть? Ну, попробуй. Подожди, а монетка не потратилась, у меня было... У тебя яблоки тратятся. Яблоки тратятся, да? Что это? Что это? Что это? Защита, здоровье и... Не знаю, что это. Замена? Можно второе оружие или что это? Давай здоровье пока. Силач. Ваше здоровье увеличено. Ну-ка, ну-ка. 95 яблок стоит крутануть, получается, да? Да, вот зачем нужны яблоки. О, там звездочка была. Отлично, это было... А это прыжки справа. Какие-то. Что это? Вы приобрели новый навык. Быстрый, как молния. Возможность уклонения восстанавливается быстрее. 110. 110 яблок. Ну ладно, а куда их еще-то девать? Я не знаю. Что так, скорости? Ну, я медленно прохожу, да. Второе дыхание. Вы можете совершить дополнительный рывок. О, рывок — это круто. Ну, трать. Что это такое, золотко? Золото. А или... как определить? Почему или не вот подписываю? Что-то вот это или... Ну, золото, наверное, беру. Ну, попробуй. Единичку дали золото. А, просто дополнительную монетку. Понятно. Улучшение. А, у тебя что-то... Вот, у тебя в руках такая. Да, но видишь там да, стрелочка. Ну, да, его. Наверное. Я не знаю. 155. У меня магазин увеличили, да? Да, магазин увеличили. Патроны восстанавливаются. Как так? Эх, последний раз. Звездочка. Звездочка. Она здесь также работает? Ну, я не знаю. Все, денег нет. А, так это вот рядом с мишенью было. Ага, понятно. Звездочку надо улучшать, видимо, еще. Вот, типа, потратите яблоки, да? А, и соберите еще. А мы можем сейчас собрать ее. Ну, вообще, наверное, выгоднее до следующей дойти. Такой же штуки. Ну, или здесь все нужно время яблоки будет собирать, в любом случае. Ну-ка, пчелку надо сбить. О! А ты куда? На крышу. А зачем? Может, не знаю. Были? На крыше мы были? Перед этим были. А, погоди, был я тут. Тут были. Дальше, кто-то... Смотри, проели все-таки здесь. Проели, да, я вижу. Вроде бы, да. Ладно. Ладно. А нас к Элеоноре еще раз пошлют? Как-нибудь. У нас же еще монетки есть. А интерфейс есть? Это еще что такое? Музыка. А. Плеер? Прикольно. Прожектор перестройки, звездная битва. Ладно, поехали дальше. Давай. Ну, то, что она некачанная, я понял, да, то, что там одну звездочку. Ну, эта штука, короче, сверху была одна. Понимать бы, если найти еще одного такого с продажей. У него стоимость будет продолжиться? Я думаю, будет повышаться постепенно. Или...
Или будет дешевле у него взять? Не знаю, все я там взял. Вроде бы. Здесь трасса. Ать. Простая. Можно проехать. Ящиков там куча. О, смотри, 170. То есть в любом случае надо тратить. Тратить надо постоянно. Угу. Давай сейчас мы... О, поэтому попрыгать надо. Смотри. 3. 6. По 3 штуки. А, вон оно что. Это кто? Вовчик какой-то. Голожопый. Ой, дерется. Я из него монетку выбил. Разве? Из него? Не знаю. Ну-ка. Что-то показалось. Да, наверное, показалось. Это надо вот отсюда прыгать. А может здесь как-то можно? Ого, товарищ ящик, наверное, у тебя есть что-то вкусненькое. Сам придумал. Я думаю, я вроде не видел никакой надписи. Нет, он там что-то сказал, но я не успел прочитать. Она как-то быстро. Ну давай, о, уже. Давай. О, апгрейд на звездочку, давай. Ваше благородие, госпожа удача, а дальше не успел прочитать. 185 нужно. Я позади все взял? Не уверен. Но мне говорит, то есть вот это вот дальше. Боже, как сложно. Давай прокатимся назад. Или нет смысла? По-моему, нет смысла. Почему у меня оружие периодически само меняется? Это нормально? Фиг поймешь, куда. Туда золото. Ага, значит туда. А золото это получается вниз. Вот отсюда, вот сюда, ага. Оп. Опа. Взял. Молодец. Погнали за яблоками. Хочу попросить тебя еще о чем. Когда ты выберешься из лимба, пожалуйста, найди то, что осталось от робота-близняшки. И отыщи кольца, которые тебе пришлось выбросить. Ага. Благодаря им мы навсегда исчезнем для коллектива. Ага. Разберемся. У меня у самого лапы чешутся выбраться отсюда. Кольца, да, с кольцами неловко вышло. Что там неловко-то вышло? Ромашка. Вышло. Мне не очень нравится, что он общается с нами через субтитры, если честно. Вот это, пожалуй, единственное, что мне не очень нравится. Я понимаю задумку, но это так неудобно. Особенно, когда тут все такое активное, быстрое-быстрое. Зато теперь понятно, куда ехать. Вон какашки, кстати. Гоняются везде. Это уже, кстати, не первый человек пишет в чатике, что он укачивает людей. Вот эти покатушки. На стриме укачивает? Ну да. Ну, да. Сделайте окошко поменьше. Меньше укачивать будет. Не на полный экран. Проверено. Из-за того, что приходится быстро мышкой вертеть, я знаю, как это работает, да. Я обычно в играх стараюсь все-таки не так активно работать мышкой. Из-за этого. Да что такое-то?
Ну, вестибулярка у всех разная, поэтому... Бывает. Если бы я ехал просто по прямой, вот так, то ничего бы не было, никаких проблем, мне кажется. А из-за того, что я пляшу постоянно то туда, то сюда, такая вот фигня. Фу ты. Сложно. Что сложно? Ну вот. Это не сложно, это я просто балуюсь. Давайте по прямой просто. Не будем изгаляться. Мне кажется, все-таки сохраненок можно было побольше напихать. Угу. Может быть, конечно, дает знать о себе сложность, но сомневаюсь. Оп-оп-оп-оп-оп. Все собрал вроде. Яблоки. А-а-а, в дом. О! Меня, кстати, там, сохранили, поэтому... Там это... Элеонора. Элеонора, ага. Как мы ее обозвали, к ней приклеилась уже. Я думаю, это все-таки с ней ассоциации. Ну, учитывая, что она продает всякую фигню, да. Хотя Элеонора не продавала же. Ну, но... она делала. У себя же. Почему ты же в ней собирала? Ну да, точно, точно. Кто-то в чатике писал, что там есть сохраненки на островах. Не на всех они есть. Вот только где... А, ну вот здесь меня сохранили, хотя я не вижу этого парня, который сохраняет. Он, видишь, значит... Ну и, конечно, ты все правильно понял. Я Блесна, Катя Нечаева. И если модуль «Восход» все-таки снова затер эту информацию обо мне, не сомневайся, я... Это я, твоя жена. Все все давно поняли, Катюш. Это уже ничто не затрет. Но посмотри на нас, пушистое чучело и летающая капелька. Тот еще союз. Я не просто кусок полимера. Дмитрий Сергеевич называет эту форму слеза. Я официально первый разведчик в потустороннем мире. В общем, мне есть чем гордиться. Но видишь ли, я очень хочу покинуть это место. Наверх? Что? Куда наверх? Подождите. Я тебе себе что-нибудь куплю. А, нет, не куплю. Я коплю на звездочку. На коржик. Подожди, а у тебя что? А, так это получается, все-таки мы разблокируем именно скины для основной игры. Понятно. А оно нам надо. Ну, а куда их еще тратить? Ну, ладно, купим на коржик пока. Да, сейчас мы походим по улице, ну что вы. Мы же никогда не уходим просто так. Чатик, не судите. Вон ваша пчела. Подожди, пусть сюда поближе подлетит. Во. Да нормально все. Нет. Засчитали ее или нет? Я не знаю. О, а, не могу. Погоди, а где меня поставили-то? Рядом. Куда-то как дальше. Как это вообще? Вот куда это теперь упало? Может, она вернулась обратно? Возможно. А может быть, висит. Нет, но она падать начала же.
Мне кажется, она будет летать там. Еще сейчас вернется. Будет летать. Посмотрим. Меня напрягают эти кубики. Нормальные кубики, как кубики. Хочется стукать. Вон она. Вон она, ага. Не очень понятно просто. Да что такое-то? Опять куда-то не туда ее. Давай под ней будем смотреть и сбивать. А потом уже найдем способ допрыгнуть как-нибудь. Вот сейчас смотри она. Ну да, надо снизу просто. Монетка. Иначе не очень понятно. Монетка лежит, я могу попробовать ее взять просто-напросто. Хотя нет, я же касаюсь и умираю. Ну да, я касаюсь и умираю. Ну как умираю? Не совсем умираю. Так, а она не хочет появляться заново, потому что она не упала в пропасть. Угу. То есть нужно ракурсы искать, пытаться. Это надо так. Где-то там. Угу. Как бы тебя взять-то? Рывок твой второй. Не получается. Дело в том, что я задеваю вот это или вот это, и все. Но при этом. Почти. А ведь взял. Нет. Почему нет-то? 6. А. Не взялось. Она прям в текстурах там. Да. Давай перезагрузимся. Монопенисуально. Я не про это спросил. Просто сойди с... Что это вообще за место? Ну, Нечаев, ну погоди. Угугр. А мы бы могли подружиться. Я думаю, мы могли бы подружиться. А чё это? Это как вот тебе нагрубили, ты сначала промолчал, а потом полночи уснуть не можешь. Что-то там. Осколки чужой памяти. Ты здесь ничего не поймешь. Не найдешь. Это я не буду зачитывать. Там про пироги. Я, кажется, даже вспомнил, какая ты красивая, когда злишься. Что так долго-то? Что за место? Лимбануться можно. Это я листаю просто. Понятно. Вот оно. Давай смотреть, куда оно. Подожди. Вот сейчас. Все. Все, взяли. Так, подожди. Все собираем теперь. А я же собрал, и у меня 6 все равно. Это не та монетка, что ли? Не подожди, понял. Сбросилась монетка, которую мы из ящика выбили. А, наверное. А какую мы из ящика выбили, подожди. Ну мы крутили ящик за деньги. Хотя нет, 87 у нас яблок. Ну, в смысле, за яблоки. Тогда не знаю. Может быть, она там заглючила просто визуально? Может быть, а уже 6 было. Не понимаю я тогда. Я тоже не понял. Ну и, конечно, ты все правильно понял. Я Блесна, Катя Нечаева. И если модуль «Восход» все-таки снова затер эту информацию обо мне, не сомневайся, я — это я, твоя жена. Зачем ты нам об этом каждый раз говоришь? Так вот прям напоминает прям. Летающая каплика, тот еще союз. Я твоя жена. Я не просто кусок полимера. Дмитрий Сергеевич называет эту форму слеза. Я официально первый разведчик в потустороннем мире. В общем, мне есть чем гордиться. Но видишь ли, я очень хочу покинуть это место.
Все собрал. Сколько у меня яблок было, когда перезагружались? Там пчела без всего. Пчела летает, да, но она без монетки. Я на нее тоже смотрел. Вон она. Почему она не прыгает само постоянно? На крыше золото? Да, реально золото там. А мы здесь не поднимались на крышу? Не. На самую крышу, по-моему, нет. Опаньки, не понял. А, меня сохранило до того, как я взял эти яблоки. Угу. Вот оно. Вот, теперь 7. Ты в прошлый раз брал вот эту монетку, видимо? А, наверное. Я сюда влетал как раз и брал. Ага, да-да-да. Все. Вот оно. Теперь, все сошлось. Теперь сходится, да. А что там про озвучку? Пишет, что ее озвучивала другая актриса в DLC. Это по задумке разрабов. Так, я нашла в интернете информацию по этому поводу. Вот человек пишет. Ага. Спасибо. То есть, видимо, из-за того, что они тут, и у нее, и у Нечаева другие голоса. То есть, ага. Другой вид, как бы, и другие голоса. Вроде все. Ва. Пустой. О, там это. Груша. Ну-ка, давай. Пистолет или дробовик? А если я не то не хочу? Ну ты можешь не тратить, наверное, да? Давай дробовик. Я уже потратил. 200 яблок, верни! Больше знаешь, меньше спишь. Помнишь, мы всегда мало спали. 4-5 часов, не больше. Сначала учеба, потом война, потом бесконечные тренировки Аргентум, а уж после свадьбы. И мы всегда чувствовали себя хорошо. Сеченов и Захаров не сразу обратили внимание на это, но все дело в генах. А ДРБ-1 отвечает за то, сколько времени нужно человеку, чтобы выспаться. Устройство «Восход» было разработано специально для таких, как мы, чтобы укоротить результативный сон еще сильнее. И именно таких людей изучала доктор Филатова в Академии последствий. А время тут течет по-особенному. Оно сложно сопоставимо с реальным. Стрелки часов как будто замирают, но сами часы как будто бы можно унести далеко. Как будто бы можно, да. Пока ты движешься в определенную сторону, в реальном мире события продолжают происходить. Но если ты стоишь на месте, то ничего и не происходит. Не обращай внимания. Важно, что сейчас наши тела лежат в кабинете академика Сеченова. То есть вот это вот наверху полоска идет, это то, что мы движемся. Так, ну уже... В реальном мире как бы продвигаемся. Почему времени. В реальном? Но она сейчас что сказала? Пока ты стоишь на месте, ничего не двигается. Как только ты двигаешься, то время идет. Вроде так, нет?
Я так понял, что она про реальный мир. Внимание! Тест на дежавю! Альфа! Да, прости. Так вот, таких людей немного. Для эксперимента подходили люди с мутацией гена ДЭК-2, но это не совсем то, что нужно. А нужна мутация АДРБ-1. Часто гении спят довольно мало. Ломоносов, Тесла, Эдисон, Да Винчи. Многие практикуют полифазный сон. Академик Сеченов посчитал, что вратами в лимбо является самая яркая вспышка во время сна, перед пробуждением. Так он решил, когда... спас меня после Болгарии. Операция шла 16 часов. Благодаря полимерным считывателям и модулю «Искра» Сеченов нашел меня в лимбо и установил частотный якорь, чтобы проникать сюда. Технически лимбо — это не сон и не смерть, а что-то посередине. Не понял. 58, 51 из 58. Внимание! Ха. Странно. Яблок нет, пошли дальше. Здесь мы все посмотрели вроде бы.